Привет, друзья, это Выживатор, и я продолжаю выживать в игре Metro Last Light. Мы с Павлом сбежали из плена фашистов. И теперь идем по следу черного. Нам удалось невозможное. Теперь моя задача предупредить Орден, что черный пропал. Это значит признаться, что задание провалено. Но теперь, когда черный попал в метро, в одиночку мне его не разыскать. Нужно выбраться на ближайшую нейтральную станцию, а оттуда в полис, в штаб Ордена. Павел покажет дорогу. Так, кажись, оторвались. Теперь на театральную рвем, больше некуда. Ты как там, живой вообще? А что там на театральной-то? Хроник вещь. Черт, тупик! А ну, держись! Ну все, приехали! Делать нечего, дальше на своих двоих. Айда за мной! Что за туннель? Ни на одной карте его не видел. Давай тут поосторожнее, рейд все же. О, труба! Артем, давай сюда! Артем, дуй сюда! Эволюция не ждет! Эволюция. Так, а здесь что у нас? Сектор D6, D3, ага. Так. Чего тут? Опа! Так, ты подожди, а я гляну, что там. Что за шпион? Хватайте его! Блин, мать его. Ты смотри, какой ловкач. А ну, мужики, тащи его на пост. Слышь, а если он не один тут? Внимание, второй пост. Проверьте свой сектор туннеля. Повторяю, проверьте свой сектор туннеля. Мы крысу из вентиляции достали. Там еще могут быть. Принято, проверяем. Черт знает, что творится. Одного взяли, а сколько их было? Красные диверсанты по одному и не ходят никогда. Проверить надо. Сыкотно, а надо. Иначе потом до конца смены на паранойи сидеть будем. Что у тебя? Знаешь, давай до тупика пройдемся. Пока мы храбры. Так, на всяк пожарный. Блин, как же мне тут пройти-то? Чай хороший. Студент хата с собой. Оклемались и не там видно. Поставки опять пошли. Полгода не было, аж соскучился. А что, победили они этих черных? Ну, само собой. Те же вроде вообще не люди были. Твари какие-то, не? Второй пост, товарищи. Прикройте, я пустой! Оба! Так, ну ладно, по-другому тогда, пожестче будем. Черт знает, что творится. Одного взяли. А сколько их было? Красные диверсанты по одному и не ходят никогда. Проверить надо. Сыкотно, а надо. Иначе потом до конца смены на паранойи сидеть будем. Что у тебя?
Знаешь, давай до тупика пройдемся. Пока мы храбры. Так, на всяк пожар. Что такое? О, какое оружие, интересно. Ну давай берем, чё. Лишним уж не будет, наверное. Сейчас будет самое сложное. Каким-то образом проникнуть дальше. Блин, я не знаю, как мне тут пройти. А может быть, вот здесь как-нибудь по боку попробовать? Эй! Диверсанты по одному и не ходят никогда. Проверить надо. Сыкотно, а надо. Иначе потом до конца смены на паранойи сидеть будет. Что у тебя? Знаешь, давай до тупика пройдемся. Пока мы храбры. Так, на всяк пожар.
Черт знает, что творится. Одного взяли. А сколько их было? Красные диверсанты по одному и не ходят никогда. Проверить надо. Сыкотно, а надо. Иначе потом до конца смены на паранойи сидеть будем. Что у тебя? Знаешь, давай до тупика пройдемся. Пока мы храбры. Так, на всяк пожар. По стелсу тут не пройдешь, похоже, вообще. Без шансов. Это он там стоит. Ждет чего-то. Придурок. Значит, за дело.
Бесконечные вы тут, что ли? Не, мне такое чудо не нужно с прицелом. Не понимаю, как так может быть. Револьвер с прицелом. Какой в этом смысл? Это же не винтовка. Ну, а вот эту вот штуку можно поменять. Истошные крики фюрера многое прояснили, и нападение на наши патрули, и взятие меня в плен. Существование Д6 уже давно не тайно, и на метро действительно надвигается новая война. Блин, мне катастрофически не хватает лечения. В ближнем бою с ними бесполезно, я думаю, поэтому я решил немножко отойти. Вон они там. Кажется, все. Нет, нет, не все. Вон там еще один сидит. Не знаю, этот маузер мне, пожалуй, не нужен. Пистолет должен быть тихим и мощным. А это шумное оружие. Так, здесь я не пройду. Надо вот сюда проходить, похоже. Либо поверху, либо как-то еще.
Ну, наверное, не по верху, наверное, вот так снизу. Здесь не открывается. Интересно. Куда же мне дальше-то? Сюда, что ли? Нет. А, вот, наверное. Так, а тут у нас что такое? Патроны. Так, ну что, здесь вроде бы все посмотрели. Какой бронепоезд, да? Это бронепоезд? Ну, похоже на то, да. А? Что? Сдаюсь! Не стреляй, я сдаюсь! Стоять, не дрыгаться. Таким проводником, как Павел, не пропадешь. Кажется, он бывал тут раньше. И странности Рейха его не удивляют. Хотел бы я знать, что за задание он выполнял. Но поговорить как-то не получается. А ведь Павел, похоже, знал заранее даже о подготовке Рейха к войне. Для меня это было откровением. Байки о хранилище, которые мы обнаружили в D6, уже расползлись в метро. Орден не собирался присваивать себе эту находку, но времени объясняться... Остается все меньше. Рейх уже готов вцепиться в глотку ордену и отбить хранилище. Что же будет, когда о бункере узнает Красная Линия и Ганза? Вот о какой войне говорил Мельник. Ты давай свои эти штуки завязывай, понял, приятель? Лбы там правильной формы и тому подобное. Чушь это все. Пока не поздно, одумайся. Так, здесь все. Я чудом прошел здесь. Ждет петля. Кто знает, что было бы со мной, если бы он не вытащил меня. Красный, синий, желтый, какая разница? Он рисковал своей жизнью ради меня. В метро такое случается нечасто. Я не могу его тут бросить. Артём! Блин, Артёмыч! Я знал, что не бросишь меня. Мы ж с тобой как мушкетеры. Один за всех и все за одного. Я тебе по гроб жизни. Достань только меня отсюда, а я тебя к твоим выведу в два счета. Дьявол! Это за мной! За мной идут! На вешалку! Давай, брат, не подведи! На тебя вся надежда! На выход, крыса краснопузая! Ребят, чего вы, ребят? Родился. А при том, чего? Что мать у тебя ничего вроде. Нормально. А брательник уродом родился. А значит, что? Что? Что-либо ты тоже с уродством.
Спасибо, мать твоя, шлюха! Ах ты! Ах ты! Ну давай, скажи! Моя мать шлюха! Говори, Дрич! Иначе ты у нас получаешься уродом! Раз твоя мать уродов рожает! Нет! 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 Моя мать... шлюха! Вот, что и требовалось доказать. Раз она шлюха, значит... Кого я вижу? И ты еще только вякни что-нибудь про моих детей, ублюдок. Понял меня? Вякни, и мои следующие дети будут твоими братьями. Эй, эй, погодь, не убивай его. Мне в сортир сейчас. Зря ты его отпустил. Еще пару минут подушил бы. Мы бы с мужиками по патрончику поставили. Ладно, в другой раз. Внимание, проверка постов. Герма, есть кто живой? Задолбали уже. Ну как, Адольфович? Закончил там? Не истрит? Хрена лысого тут закончил. А я говорил. Нечего того с клешня было в концлагерь отправлять. От него хоть польза тут была. Мало ли что. Ничего, скоро нормальных электриков наберем. Ганзу вздрючим, будут тебе и электрики, и шлюхи, и чё хочешь. И все бесплатно, и круглосуточно, но позже. А пока вам поди, на ногу гонять. Глянь, что там дымит. Сам бы пошел да глянул. Все самому надо. Можно закапывать меня. Там кто-то есть, похоже, поэтому, наверное, надо дальше идти. Слыхал? Ты б хоть ствол достал по уставу. Стоишь тут как пугало. Мой ствол у меня в штанах, а твой в борделе остался. Вот он тебе поможет, ствол этот, когда красный за жопу возьмут. Юморист, мать твою. Не знаю, что это за оружие, но тут похоже. Враг тут! Тревога, враг! Блин, как вы меня нашли-то? Ну-ка, муняка, ты допрыгался! Нашего подстрелили! Солдат теряем! Несем у нас потери!
солдат! Ну хорошо, хоть вы такие тупые. Муняка, ты допрыгался! Потери у нас, потери! Да, у вас большие потери, ребят. Надо было раньше думать. Непонятно, что там. Так. А да, ко мне спустимся. О, вот это хорошее оружие. Всем подданным рейха, свободным от трудовой повинности и дежурства, рекомендуется явиться. Идешь смотреть? Говорят, вешать будут. Да я насмотрелся, вон. А вот цены бы сводить надо. Ну делаешь, что ли, и все рекомендуют. Вот и покажу вам отрезу, чем двоечник окончает. Приведешь, а его помилуют еще. И тоннели рыб. Помилуют, ага, сейчас. И пляжа ждет. У нас тут без сюрпризов. Да что там смотреть вообще? Дергается, по ногам моча течет. Тоже мне зрелище. Чего мы не видели-то? Для тыловых крыс самое оно. Дисциплинируют очень. Ладно, крест с краснопузом. Может, козла пожарить? Ставлю патрон. Крысы? Может, конечно, и красиво. И чего я тогда спину запутил? Что? А? Что там? Эй, там вроде кто-то... Чёрт. Кажется... Что же тут за мутант может шастать? Постоять спокойно, а не дают. А чё тут за шукер такой была?
Надо, походу, завязывать с буклом. Ну вот здесь же. Точно здесь. Не знаю, как здесь пройти вообще. Это палит, похоже, эту зону. Давай попробуем. Блин, куда мне идти-то? Ух ты! Показалось крысы? Все-таки. Может, конечно, и крысы. Тут уже и начальство, кажется, обрадовалось. Не то, что... Мочить бы горло. Да. Может быть, туда надо наверх попробовать. Тревога!
Метро почти никогда не знало мирной жизни. Единая система управления станциями просуществовала всего несколько лет. Все развалилось само собой, когда стало ясно, что мира больше нет. Что слухи о том, что президенты правительства не погибли, а бежали куда-то за Урал, это просто слухи, и что Россия никогда не возродится из пепла. С тех пор каждый был сам за себя. Станции превратились в города-государства. И вчерашние соседи стали непримиримыми врагами. Чтобы выжить в метро, надо бороться за еду, за воду, за воздух, за каждый квадратный метр, пригодный для обитания Земли. Из 200 тысяч спасшихся в метро в судный день, сегодня жива лишь четверть. Ганза, Красная Линия и Рейх разрослись, потому что были сильней и дрались отчаянней других. Но никогда за эти кровавые 20 лет не было, чтобы воевало все метро сразу. Что, если наш крошечный подземный мир ждет новая, последняя мировая война? Блин, я не туда, похоже, пришел, куда мне надо. Ну ладно, я хотя бы смогу сейф открыть, и то хорошо. А там ничего толком нет даже. Найду, точно найду. А, вон. Вон куда мне, отлично. Валим. Спасай, спасай, спасай! Получилось спасти его, надо же. Я вытащил Пашу из петли. А он обещал доставить меня как можно ближе к полису. Дальше все ясно. Я найду там людей из Ордена и сообщу им о том, что случилось. Но путь к легендарной театральной лежит через катакомбы. Я никогда раньше не бывал в этих местах, и без своего нового друга, думаю, наверняка тут потерялся бы. Надеюсь, он знает дорогу. Ну, а на этом пока все. Было сложно, правда. По стелсу очень тяжко играется. Очень легко могут заметить. И практически любой стелс в основном заканчивается перестрелкой. Ну, перестрелки при этом довольно жесткие, довольно опасные. Но, по крайней мере, удача была на моей стороне, и тогда, когда надо было стрелять, получалось это сделать хорошо, а стелс все-таки временами получался
В итоге каким-то чудом Пашу я спас, и мы теперь отправляемся. Но отправимся уже в следующем видео. А пока ставь лайк, подписывайся на канал, если ты этого вдруг еще не сделал. Звени в колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И до встречи в следующем видео. Пока. Спасибо, Артём. Как мы их, а? Один за всех и все за одного, как мушкетёр.